Кабинет психолога, массаж, зал лечебной физкультуры, сенсорная комната. Новый центр реабилитации детей-инвалидов оборудован по всем стандартам качества. 5 высококвалифицированных специалистов будут создавать в центре атмосферу добра и гостеприимства и прикладывать все усилия, чтобы оказываемое лечение приносило ребятам пользу. Я думаю, что многие-многие жители Ленинского района из числа семей, имеющих детей-инвалидов, будут очень рады этому событию. Открытие в сельском поселении Развилковское центра реабилитации детей-инвалидов связано с реализацией поручения губернатора Московской области по увеличению количества подобных центров в регионе. Всего до конца года будет введено в эксплуатацию 10 отделений. Огромная помощь родителям, детям, потому что чем больше мы сумеем дать ребенку, тем успешнее, наверное, он будет во взрослой жизни. Это касается в первую очередь детей-инвалидов. Поэтому наш центр готов работать и в субботу, и в воскресенье. И точно не будет заканчивать работу до 18:00. Он будет работать столько, сколько нужно для родителей. Еще до официального открытия центр начали посещать 7 семей. Всего отделение готово одновременно принять 15 детей-инвалидов. Жители поселка Развилка долго ждали этого события. Ведь раньше, чтобы дети с ограниченными возможностями могли вести активную социальную жизнь, родителям приходилось возить их в Видное в центр Вера. А теперь существует специализированное детское отделение Веры, еще и рядом с домом. Хорошо, что здесь близко, рядом с Развилкой, потому что деток у нас, в принципе, достаточно, чтобы сюда ходить, никуда либо ездить. Так что я рада, что открылся здесь. Слава Богу, для наших деток что-то кто-то делает. Спасибо огромное. Но чтобы центр могли посещать жители других поселений, администрация Ленинского района сейчас прорабатывает дополнительную меру социальной поддержки для семей с маломобильными детьми-инвалидами, чтобы доставлять их в отделение реабилитации. Транспортная доступность, она улучшится за счет того, что мы будем нанимать соответствующий транспорт, там, либо низкопольные автобусы, и по времени занятий, соответственно, детей сможем их доставлять в реабилитационный центр. На открытии центра реабилитации семье Кениных, которая будет посещать отделение, была подарена новая коляска. Из прежней мальчик уже вырос, и одна из подмосковных частных компаний решила сделать им такой подарок. Предприятие «ТК-сервис» не просто предприятие, а предприятие, которое управляет в основном бывшие военные, военные летчики, кубинки, пенсионеры. Мы знаем, что такое семья, мы очень ценим, и поэтому откликнулись и решили подарить этой семье такой вот подарок. Коляска очень хорошая, удобная. Она с капюшоном идет, она с чехлом идет, удобно, глубокая. То есть можно и положить его, и посадить также можно его. Родителям особенных деток и так непросто, поэтому любая помощь и поддержка высоко ими ценится. Все присутствующие на открытии надеются, с появлением нового центра жизнь ребят станет интереснее и легче. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.